Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем нашу серию видеоуроков для домашнего использования, так называемая семейная гимнастика, семейная разгрузка нашей спины, позвоночника, плечевого пояса, да, когда мы можем помогать друг другу, мужу после работы, если он из шахты, после тяжелой работы вернулся. Да какая там шахта? Сейчас даже те, кто за компьютером работают, у них все осложнения вот в шейно-воротниковой зоне, да, вот посередине между лопатками. Очень большое напряжение возникает. Ну, у многих профессий, не буду даже все перечислять, там водители, бухгалтера и так далее, да? Вы, наверное, с этим сталкивались тоже, да? Вот, мне сегодня ассистирует ассистент Татьяна. И сегодня покажем такой простой прием, который можно делать, кому угодно. Дочери, бабушке вы можете сделать, да, отцу, мужу, жене. Чтобы не ходить по врачам, чтобы не переплачивать какие-то деньги, делается это все достаточно просто. Поворачиваемся на стуле. Сидите, он уже вращается, да. Вот, чтобы продемонстрировать, как мы делаем. Накладываем руки на нижнюю часть затылка, чуть пониже. Вот так, в замок, защемляем пальцы. Большие пальцы оборачиваем вокруг черепа. Вот так вот. Получается, у нас как бы голова лежит вот в такой распорке, да, вот в чашечке такой. Сзади вы подходите. И накладываете, наклоните чуть голову вперед. Чуть-чуть. Главное плечи. Попросите, чтобы плечи расслабились. Полностью плечи, спинку расслабляем. Если человеку не удается расслабиться так быстро, да, то можно применить, если массаж вы умеете делать, да, то проделайте легкий массаж. Если нет, то быстренько разогреть его можно постукиванием. Любые способы постукивания, похлопывания по этому месту уже приведут человека в чувство, даже вы увидите такое здоровое покраснение в этой области, что тоже сыграет нам замечательную пользу. Далее, смотрите, мы продеваем руки вот сюда свои и накладываем сверху. Продеваем и накладываем. Только не в замок. Мы сами не в замке. Разворачиваемся обратно. Мы сами просто наложили их и слегка держим. Присели до той высоты, когда вот предплечья человека впереди будут на уровне вашей груди, да? Говорим ему расслабиться. И чуть-чуть сидим на месте, а вы облокачиваетесь назад и падаете так немножко. Немножко за счет силы ног, видите, мы приподнимаемся и тянем. Приподнимаемся и тянем. Будьте аккуратны, чтобы вот тут вот не потянуть мышцы. Если человек там без футболки, да, у него может просто за кожу зацепиться, да, и немножко такое. Ну, неприятное ощущение, в принципе, для кожи будет, хотя ничего страшного в этом нету. Тянем на себя, тянем. И если нужно, в конце можно немножко порезче. Вот так сделать раз. И был небольшой щелчок. Что это было? Ничего страшного не произошло. Это была разблокировка функциональных блоков. Где-то в области, сейчас между лопатками, да? Хрустнуло. Может шею хрустнуть. Может где-то тут еще что-то хрустнуть. Ничего страшного. В принципе, это не самоцель добиться хруста, да? Но если он появляется, то это вот такой показатель, это хорошо. Идет облегчение. Следующий прием. Опускаем руки пониже. Большие пальцы уже сводим вместе. Голову наклоняем. Повернемся. Вот, видите, они уже лежат на шее, может, даже еще чуть пониже. Вот так вот. В замке, да, большие пальцы лежат практически на области 7-го шейного позвонка. Опять же, продеваем руки. Вот так вот. Только возлагаем их теперь на запястье нашего подопечного. Разворачиваемся. И то же самое. Просим опрокинуться назад. Упираемся в грудью. Нет, голову не поднимаем. Расслабили голову. И чуть-чуть вот так вот покачиваясь. Поддергивание. Этот прием называется тракция. Вытяжение. Чуть-чуть вытягиваем. Если почувствовали, что нужно, да, человеку, можно немножко вот так подвернуть. И то же самое продолжаем делать небольшую вариацию. Вариант А и вариант Б этого приема. С поворотами и на себя. С поворотом и на себя. Вот так вот подтягиваем. Повернули и на себя натягиваем. То есть добавляем сюда небольшое скручивание. И третий прием, который я вам покажу, секретный. Для распрямления вот этой части спины мы
кладем руку одну на плечо, противоположной рукой, эта рука у нас противоположная висит спокойно, висит, не сопротивляйтесь. Мы своей рукой продеваем, хватаемся за плечо нашего подопечного и начинаем вращения вот такие. Только в этих вращениях желательно тоже положить человека на себя. И со скручиванием, только вот надо, чтобы нога держалась, мы ее можем закрепить рукой и скручиваемся вот так вот. Либо, ставьте ноги чуть пошире, своей ногой держим ее, поворачиваемся и упираемся рукой в реберные дуги, которые находятся с противоположной стороны. То есть не в осистые отростки, не в позвоночник мы упираемся, да, а именно в ребра. Давайте продемонстрируем сбоку. Так, будет ли так видно? Вот так немножко. Теперь эту руку сюда на плечо расслабили, обе руки висят. Захватили плечо, держим ногу и поворачиваем. Тут получается поворот такой, мягко делать, не сильно. Поворот получается немножко корпус назад и со скручиванием вот так вот распрямляется. Таким образом у нас разгружается реберно-позвоночное сочленение, убираются дополнительные функциональные блоки. В принципе, приемы эти несложные, вы можете их использовать в своей практике для домашнего использования. А в следующем видеоролике я вам покажу еще кое-что интересное. Так что не прощаюсь с вами, до новых встреч!